Известный белорусский фотограф Елена Адамчик сегодня пригласила нас в гости в свою новую строящуюся студию за городом. Еще она поделится своими новыми творческими планами, а в частности расскажет о проекте «Белорусский». Елена Адамчик – автор известного фотопроекта «Белорусский», над которым она работает вот уже несколько лет. В первую книгу, изданную в 2004 году, вошли фотографии и жизненные истории белорусок, живущих в Беларуси. Это как известные личности, так и просто женщины, привлекшие внимание Елены. Вторая книга называется «Женщины Европы». Туда попали фотографии белорусок, живущих в Европе. А сейчас практически готова к изданию третья книга о белорусках и о путешествиях. Сейчас я заканчиваю третью книгу в этом проекте. Это тоже «Women of Europe», «Европейки». И эта книжка будет посвящена именно путешествиям. Потому что, кроме всего прочего, мой проект – это не только книга, не только альбом красивых фотографий, потому что мне нравится делать фотографии, но это также истории женщин, интересные истории интересных женщин. И, кроме всего прочего, это и книга путешествий, потому что очень много путешествуем с моими героинями. И я люблю снимать и во время путешествия в разных странах, на разных улицах и с разной архитектурой, потому что это приносит большое разнообразие в книжку. И вот они меня сейчас в Монте-Карло я снимала, мадам Гарбаньяци, она графиня, она родилась во Франции, а сейчас живет в Монако. А скажите, пожалуйста, кто ваша любимая женщина из всех этих книг? Ну, самая любимая, мне вообще все эти женщины, которые вошли в книжки, они все любимые. Но самая любимая, конечно, можно сказать, ну тут уже такова судьба, как говорится, это моя дочка, Ядвига. Презентацию третьей книги Елена планирует в октябре в новой студии с видом на Минское море, ремонт которой практически завершен. Дом-студия – это лофт, состоящий из трех этажей. Трудность проектировки состояла в том, чтобы не было перегородок, только пространство огромных комнат. На первом этаже расположится галерея, а на втором, где огромные окна и много света, будет место для фотосъемок. Третий этаж сделан в виде балкона, из дерева. Там будет находиться музыкальная аппаратура. Так как у меня жизнь сопряжена вместе с работой и с педагогической какой-то деятельностью, если это можно так сказать, и моего мужа тоже, потому что он известный поэт, писатель и художник, вот, и у него очень много учеников, и у меня тоже. И как бы я бы очень хотела, чтобы люди могли, имели возможность тоже сделать какие-то выставки, свои инсталляции, может быть, свои проекты осуществлять. Мне кажется, что в Минске, я не знаю, я не знаю хороших таких аналогов. Я не могу сказать, что вот нету хороших там галерей или еще что-то. Но в моем понимании мне, например, там как-то неуютно. Вот. А мне хочется иметь именно пространство, какое мне нравится. Стиль дома – минимализм. Белые отштукатуренные стены, огромные окна и железные лестницы. В новом доме-студии мы провели первую фотосессию, и вот что из этого вышло. Хорошо. Два, три. Сейчас я уже подготовилась и поняла, как надо. Класс.